работаем на железной дороге, учились еще с 90-го года. Прошел путь от слесаря до машиниста. Профессию выбирал именно по душе, потому что железнодорожникам надо родиться. Кстати, им очень тяжело, особенно машинистам. Работа тяжелая, но интересная. Постоянно в движении, постоянно ответственность. Ну и тяжелые смены бывают, конечно. По 12 часов работаем. Помимо знаний устройства тепловоза, всего путевого хозяйства, мы еще должны нести ответственность как за имущество государственное, это тепловозы, и так за людей, которые я непосредственно везу с собой. Я родился и вырос в Бендерах. Очень красивые места, все знают об этом, не только в Приднестровье. Много знакомых, которые сюда приезжают отдыхать. Хороший, теплый, красивый край. Приднестровская наша Молдавская республика. А наша работа – перевозить грузы, обеспечивать Приднестровье товарами и всем необходимым. Я приднестровец.